10 августа – годовщина создания части, службу в которой несет Тверской танковый батальон «Волга». С этой даты личный состав командира батальона, командира 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул, за прошедший год Тверской батальон зарекомендовал себя как высокоэффективное воинское подразделение, способное решать самые сложные боевые задачи. Батальон «Волга» укомплектован танками Т-80, которые выдерживают попадание как снарядов, так и ПТУРов, а также дронов. Как, например, в данном случае, где видно, что в башню попадает вражеский беспилотник. Однако машина благодаря специальным экранам выдерживает удар и, как ни в чем не бывало, уходит в ближайший лес. Наряду с губернатором свои поздравления танкистам направили участница Великой Отечественной войны Галина Михайловна Макеева, юнармейцы, представители регионального отделения движения первых, волонтеры из штаба «Помощь Донбассу» и его руководитель Ольга Левитина. Она не так давно побывала в расположении подразделения. Сами бойцы отмечают, что они постоянно чувствуют поддержку Верхневолжья. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович с самого начала, с самого формирования данного батальона неоднократно помогал разнообразной помощью, начиная от одежды, заканчивая продуктами питания, включая это специальные противодронные ружья, приборы тепловизионного наблюдения, компьютеры, принтеры, все, что необходимо, всем обеспечивал своевременно, как бы без задержек. Ну и весь личный состав как бы благодарен ему, что даже те люди, которые находятся не с нашего региона, они обеспечиваются в полной мере. Независимо, с Твери он призвался, не с Твери, ну, нет такого разделения, что очень хорошо влияет, этому дали, этому не дали, нет такого. Обеспечивает всех 100%. Вот за это отдельное большое спасибо.